Ладно, недавно не видно. Повесили. Что написано там? Приветствую участников первенства по футболу среди ветеранов. Как раз и чемпионат отметили, который сейчас будет. МОО. Браво. Знаешь, как-то под конец играются. Это уже проверено. Если не в Челябинске сделал, они две проиграли, одну выиграли. Сейчас возьмут и сразу соберутся. Я возьму. Вон он идет слева, самый. Вот. Вон туда посмотри. На замене пока. Он всегда. А, не всегда меняется. Но в конце выйдет, забьет, как в среду. Наверное. По цветам как будто с Уралом играем. По цветам соперник как будто с Уралом играем. Оранжевый. Но ночью красили. Лишь бы не обгореть еще. Офсайд. Егор, а ты за кого болеешь, за какой номер? Они оттуда перейдут пешком прямо в 11. 20-й? Как зовут? Кто играет? А? Евгений. Дедушка твой? У каждого свой персональный номер, за кого болеем. Опасно, сейчас могут открыть счет. Примерно.
Пока ничья. Это понятно. Не, может, пока такую уже забили. Нет, я бы слышал. Пока мощь сейчас сдувается. А ты сколько поставил? 2-1. Это ты где набрал? Там продавец внизу? Все условия для болельщиков. Все, мой счет уже не сработал. Ты кричи, подсказывай. Ох, опасно.
Бери, Валер, бери, Валер! Все, вот, говори! Валера есть! Дима! Один, все! Чачка, а выиграй, где-то, а выиграй! Шири! Маленький ворота зашел? Пойдет. Осталось большие забить. Хороший контроль у Барселоны прям. Делать еще сама. Федор, как впечатление о первых минутах? Все плохо? Еще есть время исправиться. Еще 19 минут впереди. Окончание первого тайма. Все поправимо. Чей прогноз уже не сбылся? И мой. Ладно, в следующей игре нам повезет. А? Ну, он у всех. Давай, подсказывай, потом они видео посмотрят, учтут свои ошибки. Тоже третий угловой.
должно сейчас повезти. Там максимум должен стоять еще один блок. На высоких надо вешать. Чтобы на всякий случай, если это выйдет, это будет с пулями, чтобы можно было еще навес делать. Повторить навес, да? Еще один. Вот, подошел, как ты хотел. Нет, там когда от лотерея там. Ага. Ага. Вороточек надежный. Тут, может, Wi-Fi есть? Нет? Куда? Я думал, помочь уже идете. А сколько первых? Сколько первых, не знаете? Пять. За 5 минут не набегаетесь, наверное? А мячик-то есть? Да, возьмем. Я туда вас засниму, как вы там пинаете. Фристайл. О, опасно. Офсайд. Yeah.
Паса дали, да? Вот этот. Можно было разрез дать, получается, потом ага. Забегание, что забегал, можно было. Дать. Не увидели, что ли? Нам сверху, наверное, виднее, да? Как будто в игру играем. Там на поле-то по-другому обзор. Вот сейчас. Можно вот. Стенку сверху. Yeah.
Матвей, что скажешь? Впечатления, какие матчи? Шансы есть еще? Моменты были. Угловых много подали. Некому бороться. Вот иди! 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 Вот иди!
Короче, мы тогда хорошо сыграли 2-0, да. Кто пока не голый, подожди. Ты-то Я говорю, что